На третьем этапе Кубка мира, который накануне завершился в польском Вроцлаве, орловская лучница Мария Виноградова в составе российской сборной завоевала золотую медаль. Как нам рассказала спортсменка, стрелять приходилось в тяжелых погодных условиях. Всю неделю стояла жара плюс 36. В полуфинале Маша вместе с двумя россиянками одолели американок со счетом 225-209. Команда США ошиблась во время переходов и не успела за отведенные 120 секунд совершить 6 выстрелов. В финале же наши девушки выбили 231 очко в борьбе с итальянками, у которых оказалось на 4 меньше. Что же касается личных состязаний, то здесь, к сожалению, Маша сошла с дистанции на этапе 1/16 финала, уступив колумбийке.